157 серия, участок Мурманск, Магадан. В этой серии будет пройдено 83 километра. Движение на восток. Участок малонаселенный. Более-менее крупных населенных пунктов нет. Но то, что попадется, постараюсь найти на карте и отметить титрами на видео. Это 15-й день движения, 15-й день маршрута Москва-Мурманск-Магадан-Владивосток-Крым-Москва. Пройдено примерно четвертая часть пути. Так, комментарии. Танкист Вася. На следующий... О, Господи. На следующем дне я помою, будет поворот на Магадан и Якутск. Танкист Вась, ты немножко за предложениями, за словами, которые печатаешь, следи немного. Будет поворот на Якутск. Это... Дорога по холмам, видите? Наверное, серии через пять. Те страсти, которые в интернете про трассу Лена, они уже канули в лето, Камнями, щитами, в истории. Чтоб не размыло. Назвать, сказать, что трасса Лена в отличном состоянии, я бы поостерегся. На видео посмотрите. Ситуация, конечно, изменилась в лучшую сторону, но до идеальной трассы догоняет. Лени еще далеко, впрочем, как и трассе Колыма. Ну, начнется эта серия на 16-й день. Так, Саммервей написал: «А я за Москвой заскучал, где-то весной сделайте 20 серий, поездка по столице». Было намерение проехать по Москве предновогодней, сделать видео иллюминации. Очень красиво. Ну, посмотрим, не знаю, будет возможность. Проедусь по Москве, но обещать ничего не буду, потому что пробки. Большая автозагруженность дорог. Ситуация, конечно, несопоставимо лучше, чем было 10 лет тому назад. Но все предпочитают почему-то к Новому году ехать именно в Москву за подарками на Новый год. Но это, по всей вероятности, старый стереотип, когда только в Москве можно было купить хороший подходящий подарок родным, близким и друзьям. Сейчас ситуация резко изменилась. Можно практически в любом городе России практически купить подарок не хуже, а может даже и лучше, и по цене гораздо ниже. Но многие предпочитают ехать в Москву. Наверное, для них это и есть какой-то смысл в этом. Какая-то значимость. Но я бы не рекомендовал ехать в Москву за подарками. Цены примерно одинаковые везде. Где-то дешевле, где-то дороже. Но в Москве не самые низкие цены. Так что выбирайте.
относится к, ну, более... Он ее прожект пишет. Был случай, один мужик продал квартиру в России и на велосипеде путешествует по стране. Спит, где придется. Я искренне к таким людям отношусь с уважением, потому что они променяли уют и комфорт на спартанские условия. Эти люди одержимы целью. Я с большим уважением отношусь к таким людям. Так, ну, более пока комментариев, на которые нужно ответить, нет. Ждите, скоро начнется, уже скоро. Трасса Лена, А-360. Может, дождик будет по трассе стекло промыть?
срезает. Ремонтирует, конечно, ремонтирует, никто не спорит. И темпы, темпы и качество. Хорошее местечко для отдыха, движение на запад. Вырезали в скалах коридоры и положили дорогу.
сменили колеса, наверное. Или, может быть, заснул и полетел на встречку, стал тормозить.
Или отвлекся, или задремал. Чуть повыше серое, потом опять светлое, потом опять темное, слоеный пирог из облаков. Проехали уже от Чернышевска, ни одной заправки. Все населенные пункты были, можно было бы и там заправиться. Ну, надеюсь, что у них в населенных пунктах есть какие-то точки заправки. Но таким бензином заправляться небезопасно, это раз. А во-вторых, нет гарантии, что там 95-й.
запас хода 370. Вот заправка. Она маленькая сзади, подскажи, когда можно войти.
83. Совсем мало пройдено. 400. Разметка обочины. Это как сейчас более-менее ровно. Ерофея Павловича 343 километра, 4 часа 18 минут. Ну, так, наверное, сделаю, мне надо заправиться и поменять карту памяти. Где ж моя заправка, которая была справа?
асфальте. Самые точные знаки. И снизить скорость, и неровность дороги. Оказывает, что 100% мегафон мощности.
странно ведет себя мегафон мощности сигнала 75% на формат Е, по-моему, у него. Не 3G, а Е. И он никак не может, видать, загрузить карты, поэтому интернет.